Друзья, всем добрый день. Вы на канале Дядя Федор из Германии. И сегодня мы опять у нас на огороде. Погода у нас хорошая, замечательная. И посмотрим, что у нас творится. Что у нас творится? Все растет, все цветет. Насыпал кошкам корму. Придут, покушают. Все здесь заросло, все, виноградник, вон какой виноград. Это черные кисточки такие будут, мелкие, как раз вино делать, хорошо вино делать. А это у нас белый виноград. Правда, немного вот такие кисточки редкие. Ну ничего, немножко есть. Ой, какая кисточка. Все, они эти ветки в разные стороны расползлись. Тыква наша тоже вон расползается по всей грядке. Если бы все принялись, которые я посадил, здесь были бы заросли. А так ей свободно, она гуляет куда хочу. А вот это, друзья, это у нас, оказывается, огурчики. А мы их посадили как дыньку. Рассаду сделали, думали, что это будет дыня. Они, оказывается, огурцами стали. Вон листья огуречные. И вот здесь огурчики маленькие растут. Так что будут огурцы. Томаты тоже вон как выросли. Я их подвязывал. Теперь они опять сверху можно подвязывать. Фасоль наша уже почти что отцвела. Будут стручки расти. Хочу посмотреть, что с нашей цукини. А цукини у нас вот так вот. Желтые кабачки растут. На этом кусте пока ничего нету. Здесь тоже желтые. Ну, главное, начало есть. Будут разрастутся. Посмотрим, что у нас здесь творится в парнике. А в парнике у нас кошмар, что творится. Кошмар. Огурцы поперли. Вот такие вот здоровые. Надо их уже оторвать, а то они все стебли вниз потянули уже. Сейчас соберу эти большие взрослые огурцы. Посмотрю, может быть, стебель вниз посажу. Огурцы так и прут кверху. Все. Сейчас я немножко их опустил вниз. Собрал вот такой вот урожай огурцов. Здесь все травой заросло. Надо опять убирать траву. Томаты — это сплошные заросли. Заросли, заросли. Вот есть такие вот висят томатики. Какой-то сорт. И здесь у нас тоже. Вот так. Снизу все почистил, все томаты. Немножко их подвязал, подвернул. Все ветки с нижней беспощадно убрал. Тут такие джунгли были, что не пролезешь.
Может быть, где-то что-то переломал. Теперь как есть, посмотрим, как она будет расти. Но я думаю, что будет. Огурцы я тоже немножко вниз опустил. Там еще снизу огурцы растут. Тоже много не опустишь их. Вот этот маленький кустик, который плодоносит маленькими огурчиками, тоже вон вытянулся, так сильно растет. Только вот этот остался в младенчестве и растет. И как я говорил, баклажан наш уже начали кушать. Приятного им аппетита. Вот такие вот у нас дела. Теперь осталось полить все эти томаты, огурцы. Я, наверное, сегодня их подкормлю навозом там. Чтобы они получили какое-то питание. Вот так. Ну вот и все. Подкормку я им дал всем томатам. Воду сюда запас сделал, чтобы стояла грелась. Все. С тепличкой на сегодня покончено. Вроде так все подготовил. Подкормил мои цукини, кабачки. А вот картошка у меня испортилась. Не знаю, что там внизу, не копал. Но мне кажется, там уже урожая не будет. Урожая не будет, да. Вот у этих томатов здесь на улице тоже листья нижние совсем пожелтели. Я их ободрал, подкормил их, и огурчики подкормил. Тыкву тоже. Так что пойду перейду на другую грядку, на другой огород. Здесь в тепличке тоже все подчистил, ободрал листики. Тоже подкормил его, кустики эти. Но что-то у меня мало томатов. Пчелы не летают абсолютно. Вот такие вот дохленькие висят. Один вот такой висит крупный. А больше так почти что и нету. Навоз мой. Сегодня очень тепло. Солнце светит. Малина, наверное, уже первый урожай кончился. Совсем что-то нету. Мало ягодок. Надо вот эту красную смородину собрать, а то она уже вся на земле осыпанная. Сейчас, наверное, приступлю, возьму посуду. Жалко будет, если, конечно, она вся валится. Вон сколько их полно на полу валяется. Сейчас соберу ее. Вот. Две чашки собрали смородины. Такая хорошая крупная ягода. Вообще этот куст, он поздний. Один куст, который раньше был, мы уже собрали. А этот вот сейчас созрел.
Даже еще попадаются ягодки розовые. Но они там остались на дереве, на кусту. Календула наша какая красивая. Компот налить тебе? Налей. Компот. У нас компот остался. Мы здесь грилили, вернее сказать, шашлыки делали, гуляли, картошку в казане жарили, салаты мы наделали. Салаты вы, наверное, видели все. Я их выставлял ролики с салатами. Ну, вот так вот. Правда, я не снимал, как мы шашлык делали. Это все вы тоже видели уже раньше. Потому что у нас были здесь гости. И не хотелось на камеру, чтобы кто-то попадался. Они не очень-то горят желанием сниматься. Так что мы не стали снимать. А просто погуляли. А так я подвязал огурцы. Ромашки. Такие высокие. Ромашишки. А это тоже будет потом желтыми цветами цвести. Вот. Мак. Опиум для народа. Лук. Наверное, уже пора скоро вытаскивать, а то сгниет в земле. Паприка у меня смешная в этом году. Цветет. Даже паприка вон висит маленькая. Перчик. Что есть, то есть. Вот такой вот урожай огурцов у нас собрали мы. Ну, правда, до этого мы уже тоже срывали. Вон какой огурчик попался двойной. Так что мы сегодня домой идем с добычей. Не так зазря приходили работать. Ну вот и все, друзья. На этом мой ролик завершаю. Мы будем собираться домой сейчас. И я вам всем желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, мира во всем мире. Не забывайте про лайки, подписки. До следующего ролика. До свидания. Пока-пока.